Есть удивительный феномен в том, что выпускники физических факультетов добиваются успеха в областях, в которых успеха сложно было ожидать. И самое удивительное то, что это происходит в массовом порядке. Не единичные случаи, а происходит из поколения в поколение выпускников всех или многих ведущих физических факультетов. Изучение физики важно не только знанием законов Ньютона или уравнения Шрёдингера в конечном счете, а обучение физике очень важно еще и просто как процесс. То есть если ты учишься на сильном физическом факультете сильного вуза, то обучаясь физике, ты приобретаешь определенный набор очень важных компетенций, которые потом тебе полезны в любом виде деятельности, которым бы ты ни занимался. Ты приобретаешь навыки, которые универсально применимы ко всему окружающему миру. Ты научаешься неизбежно интенсивно интеллектуально работать, преодолевать себя, научаешься правильно формулировать свои мысли. Физика формирует в человеке очень эффективный взгляд на мир. То есть физика, в отличие там, от других областей, как, скажем, там, астрономия или биология или юриспруденция, она не ограничивает свой круг четко очерченной системы, а пытается описать мир целиком. Понимание природы, оно, наверное, есть тот профиль, который можно получить от изучения физики. Физика важна еще и потому, что если ты вот физик по-настоящему, то важно, что ты умеешь делать, ты умеешь строить модели, которые бы описывали сложную действительность. Ну, известная история про Ньютона, которому на голову упало яблоко, много чего куда падало, но ни к чему не приводило. А вот Ньютон, значит, увидел за этим общее свойство всех тел. Такого типа ситуации зовут моделирование. Это некий взгляд на мир, который позволяет тебе видеть в нем, улавливать какие-то механизмы, которые иначе кажутся неочевидными, просто потому что какие-то базовые взаимодействия, они похожи и являются универсальными между широким классом систем. Описание модели, построение модели – это критически важная компетенция, которую ты приобретаешь, уча физику. Мы все интуитивные физики. Нас всех тянет к простым объяснениям. И ключевой навык, который достигается в нормальном обучении физики, это при взгляде на сложную систему умение выявить самое существенное, умение отбросить все детали, которые не сильно влияют на ответ, и сформулировать какой-то подход, который позволяет добиться результата, добиться ответа, какого-то конкретного числа, которое можно было бы сравнить с экспериментом в рамках этой модели. Вот этот целостный взгляд, он делает человека сильнее. Человек становится более уверенным в себе. Какая еще характеристика требуется для, как сказать, успешного человека? Это умение получать вот такое настоящее удовольствие от решения сложных задач. Он успешен внутри своей головы. Это очень важно. Это самое важное, наверное. А зачастую успешный в головах остальных. Потому что он поставил себе цель и достиг ее. Поставил себе цель и достиг ее. Кроме того, если ты хорошо знаешь физику, тебя будут больше любить девушки.